Уже добрались. Так, у меня дырочка. Сюда остановились сейчас. Да, ого. Да ладно. Командовать, кстати, гибел. Не, это лично. Молодец, надо брюк. Как хорошо мишу. В теньке? Прям за это самое. Так, а туда подальше? Еще не подальше, туда в тени. Ты с нами? Давай. Фоткаться? Нет. Вот оно важное дело, мы еще не знаем. Спортсмены, организаторы очень крутых спортивных мероприятий. И они еще залупаются, там, подождите час, мы обговорим ваше присутствие и так далее и тому подобное. Чего? Причем клуб такой особо ноунейм, никому не интересный, просто недалеко от моего дома был. Короче, мы приехали в нормальный. Ура! Я сам удивился. Я сам обалдел. Офигенно видел. А что, какой зальчик не одобрил? А сейчас узнаем, мы аккуратно его обломаем. Адам Абакаров в М-пакете Performance. Друзья мои, мы приехали снимать для вас тренировку. Рома, Дюшин и Тёлкин, Адам, все тут, Лёха с камерой. Клуб, Вига. Уже снаружи будет максимально круто, сейчас мы зайдем внутрь и прямо зацелим. Вау. У нас... Так, Какая красота. Это дом, где тоже пахило? Да. Ну, мне здесь есть... Три или четыре варианта обуви, но я что-то как-то мне лень. Три или четыре варианта бахил. Бахил это новое. Обменение, каждый день, да. Так, держи. Держи. Вот ты не оставляешь, потеряешь, ты не разберешься. Что ты делаешь? Вам туда. Да. Раздевалка там. А, потом уже бой. Да, потом я. Все, понятно. А вот как раз бы сделала. Да. А, мерси. Очень тут стильно, очень тут стильно. Я не знаю, когда Леха начал снимать, вообще мы приехали в клуб Digger снимать тренировку с Адамом Бакаровым, Романом Хлюльным, Русланом Колесским. Вот. Сейчас будем пить предтрен. У меня не было черпака, я даже не знаю, какую дозировку мы сейчас насыпали. Полбанки. Потому что я в банку вот еще насыпал креатин, арганин, цитрулин. Тут еще был рейдж. В общем... Надо было ему самое допивать, а не мне. Самая мука внизу. Бля, судя по вкусу, сейчас будет бодренько все. Да. Вот, ну так. Сейчас. Да нет, кстати. Ну, он там все вкусный, но... Кисло пиздец. Кисло пиздец. Кисло пиздец. Мы из деревни-то приехали. Здравствуйте. Вон, пытается открыть банк. Там немного возникли проблемы. Там чуть-чуть сложно. Алкогольный коктейль, скорее всего. Какой бар, мне кажется, должна быть... А вот мне две пиноколады. Ты согласен, что это поинтереснее, чем это территория фитнеса, непонятно? Да, в разы, в разы. Вот это клуб. Ну и встречает нормально. Я вот не знал ни территорию фитнеса, ни этот клуб, а территорию фитнеса и не узнаю даже. И не приедет до чемпион мира и Бипро. И не приедет по территории фитнеса. И будут они делать грустное лицо, пососай. Ну или так. Или менее толерантно. Что-то на фотках будет. Прям вообще норм. Разминаемся. Что музыка такая? Ротаторы в плечах. Как тебе плазминка восьмерками нормально, да? С четверочками. Я вообще предлагаю, у нас как-то будет Адам. Адам нас будет тренировать. Вот так вот. Адам. Потеряли, поэтому просто можешь сыпануть из банки немножко.
Ну, сюда? Да, он вкусненький вот так же пойдет. Пей притрен, как мужик. Черпаки придумали, что трусы. Не порошок сыпь в шейкер, а вот в банку с притреном наливай воду. Пойдем гуськом за Адамом. Он нам сказал, что надо тренировать, начинать дельты с задней дельты. Возможно, патология, но... где один спортсмен обходит другого в категории 100+, проходит 10 минут, и спортсмены меняются местами в этой категории. Ну, давай так, понятное дело, что один спортсмен не мог стать, да, лучше за 10 минут, это понятно. А хуже? Здесь хуже тоже, за 10 минут никак, вариантов нет. Даже если напьешься, наешься. Даже если напьешься, наешься, за 10 минут никак. Вопрос, конечно, ну ладно, был час, допустим, ладно, вот. Час. Судьи, если судейский состав менялся, менялся, то понятное дело, что каждый судья делает предпочтение в ту или иную. Да, у нас довольно много критериев, да, и объемы, и общая пропорция, и рельеф, там дефиниция, сепарация, каждый смотрит по-своему. Кто там, даже, грубо говоря, кто-то, может, под свет не попал, да? Но вопрос в том, что квалификация судейства – это один момент, а тот момент, что судьи в этот, во время чемпионата, кто втыкает в телефон, кто ходит где-то там пописать, покакать, покурить, что они не отследили тот момент, что вышли одни и те же спортсмены, да? И, ну, здесь, конечно, да. Тут, понятное дело, что прежде всего это судейский косяк, ну, еще вопрос в том, насколько были разногласия, сколько баллов потерял. Первое, второе место изначально. А вот дальше была такая фраза, типа оба спортсмены большие молодцы, и поэтому было принято решение, чтобы оба порадовались, нет, одного сделать первым в одной категории, другого первого. Нет, давайте вы этим будете заниматься. Ну, на свадьбе, на дне рождения, на корпоративе, но когда дело идет турнира, должен быть выявлен чемпион. Да. Тем более, опять же, у нас
даже в боксе там, да, там 3-4 судьи, а да, у нас 12-10, поэтому, извините, в такой большой компании как бы должно быть какое-то там хотя бы 1-2 балла разногласия для того, чтобы выявить победителя. На моей практике еще никогда в жизни не было двух чемпионов по дебилдингу, поэтому здесь, я думаю, надо было придерживаться этого правила. Мне кажется, что это, к сожалению, уже отмазка наших, как говорится, организаторов. Надо просто признавать свои косяки, а не пытаться там как-то, ну это глупо. Ты видел спортсменов? Нет. На зале не смотрел. Ну сейчас на России ты их увидишь, мы потом у тебя спросим еще уже в зале, еще твою оценку. Кто, кого из ребят ты поставил первым, будучи судьей? Да, вполне. Мне судьи, знаешь, что сказали? Одна из судей, говорит, мы, говорит, если честно, я сидела, ну, судьи, первым судьей, говорит, вот там, говорит, снизу, по-честному, было, говорит, ни хрена не понятно. Говорит, мы, говорит, я, говорит, судила примерно. Не было, говорит, понятно ничего. Снизу, вдали, сбоку, свет отличался, говорит. Но я, говорит, попала, посудила правильно. Но по-честному, говорит, было сложно. Ну, смотри, очень сильно значение имеет свет, когда мы говорим о разных турнирах. Угу. К примеру, когда я соревновался на там, ростовских чемпионатах, там свет театральный, старый ДК, угу. Там ярко выражен рельеф. То бишь на том свете действительно видно, насколько спортсмен поработал. Там все бикини недоработанные, все с целлюлитом, все это очень жестко видно. Все, кто в хорошей форме, видно каждое, как говорится, волокно. Мне там было выступать легче, потому что я всегда делал ядерно хорошее качество. Что касаемо, например, Самсона, там свет белый. И ты можешь за сценой находиться в ядерной форме, ты будешь весь сечься, весь в полосках, но выходя на этот свет, он все это замазывает и остаются только, как говорится, Ладно. Общие объемы. Да. Вот. Это было очень хорошо видно, даже когда один раз выступала Шотка Громанян, и он стоял на белой линии, и ноги были просто гладкие. Ноги были просто гладкие. Он делает там на свободном позировании делает два шага буквально вперед, выходит под желтый свет, и ноги секутся просто как рубленые топором. Ага. Но именно тот участок сцены, где стоят спортсмены, Правда. Там свет такой, да, что уже не видно. Это может действительно играть роль, когда в разных ДК, на разных сценах и так далее. На одной сцене, согласись, все спортсмены равны. На Питере справа было лучше свет, чем слева. Ну, все равно, выбирают на центр, да, меняют между собой, поэтому здесь, как бы, я думаю, что это все просто от нас. Работаем дальше. Что у нас? Оставляет желать лучшего. Я не претендую на лучшую технику с таким весом. И это уже 9-й подход, поэтому уже достаточно тяжело делать мах. Интенсивность тренировки такая, что отдых у меня где-то 40-50 секунд. Вот, поэтому достаточно тяжело. Не надо там говорить, что да лучше взять вес монеты, я все знаю. Все прекрасно знаю. Просто говорю, что одна из тренировок у меня именно маховое движение на среднюю дельтовидную доходит такие тяжелые. Не за технику переживаю, а именно, чтобы максимально побольше вес взять. Вот. Это просто рекомендация, просто говорю, как я делаю. Вы можете это либо принимать, либо не принимать, по большому счету. Ну, то есть, спорить со мной не надо. Не нужно мне что-то доказывать, какую-то истину. Не нужно мне приводить какие-то там из учебников статьи и так далее и тому подобное. Не нужно. Я ничего не навязываю. Я просто показываю, методы, как я делаю. Потому что дельта у меня за последний, год, очень хорошо выросли, средняя дельтовидная. То есть все это замечают и начинают даже подозревать, что я делаю какие-то локальные инъекции. Нет, локального ничего не делаю, только гормон роста
внутримышечный ставлю я его, ставлю непосредственно в среднюю дельту. Может быть, тоже вызывает какой-то фактор роста. Шутал. Может быть, это и вызывает какой-то локальный, скажем так, вот фактор. Такой вот маленький эффект, но локальный есть. Как и точно такой же, масенький, крохопулечный эффект разрушения жировой ткани местом инъекции гормона роста. А мне тут в Инстаграме писали, что это неправда. Так вот, ребята, если у вас одной хромосомы не хватает или извилина прямая, это ваша личная проблема. Гормон роста вызывает местное жиросжигание. А называется оно иначе. В инструкции, в медицинской, блядь, написано. Липоатрофия. Вот, можете ознакомиться с фармакопейными статьями по веществу, все-таки узнать, что место гормонов жир сжигает. Конечно, просто так, не какое-то там, как фейри уколоть. Вот фейри, если, конечно, садануть, наверное, он в холодной воде жир разрушает. Так, методика, если что, сушки. Весь выжили, блядь. Вот в этом, в одной деревне все стройные, а в другой все толстые. Я прошу покачаться. Что, пожмем? Пожмем? Просто классический жим? Просто, нет, внизу вот так. Вверху вот так. То есть, ну от ушей. Вниз не натягиваем, то есть не жим Арнольда, а жим. Просто супинация. Да. Потому что все в нашем теле в случае небольшого вращения суставов включается в работу лучше. Потому что мы человек, и у нас есть шарообразные, блочные суставы. И как раз таки, когда мы определенные движения анатомически верные совершаем, включение мышц в работу, волокон и переход от одних групп к другим, да, как, например, там, при повороте руки при супинации, пойдем на бицепс. Лучше и эффективнее. Поэтому мы будем делать жим с небольшим вращением. Безопасным, без инерции, без натяжения, без работы на связках. Только мышцы. Рома начинает. Разминочный вес у Романа? Нет. Мой рабочий, его разминочный. Нет, это пиковый рабочий вес. Часто говорят, ну кем бы мог быть человек, если бы не был там социальным культуристом, да, там, или бизнесменом, Адам, да, и в бизнесе, и в спорте. Конечно, еще Адам мог быть, мне кажется, фотографом, потому что он с фотками готов
очень ответственно. Он прям кайфует, он прям, я вижу, он прям шикарно. Вообще огонь. Он прям кайфует. А, прошу тебя. Загрузить заднюю поверхность бедра и икроножную. Адам, сейчас мы. Упражнение на дельты. Любимое тире самое эффективное для тебя. Средняя дельта. Ну, наверное, махи. Вот. Причем люблю делать в различных вариантах абсолютно. Как бы все они, в принципе, идентичны, да, больше для разнообразия. А вот. Но для себя сделал вывод, что чисто анатомически, понятное дело, что верхняя дельта все время не доигрывать. Поэтому стараюсь начинать обычно с короткой амплитуды вверху, чтобы немножко утомить верхнюю часть. Вот. А так, в принципе, подбор, ну, махи. Очень люблю махи с нижних блоков, с канатами. Ага. Очень нагрузка люблю, постоянная, потому, да? Что постоянная нагрузка, да, дельта очень хорошо держит нагрузку. А в твоей карьере вообще какая мышца была самая такая тугая, непробиваемая? Дельта. Дельты и были? То есть, сейчас твои доминирующие дельты в прошлом это... Получилось как? Вот там люди говорили даже, что я заливал туда масла. Нет, на самом деле дельты настоящие. Есть какие-то, конечно, небольшие углы от местных инъекций. А вот масляных, ну, имеется в виду фармакологии. А вот. Но в основном получилось как? В моем случае для меня, как говорят, не было бы счастья, несчастье помогло. Да, я получил очень серьезную травму. И я в основном тренировку дельт строил на жим. Потом чисто подошел к этому логически, да, дельта это единственная, наверное, мышечная группа, которую можно изолировать на каждый пучок отдельно, да. То есть жимы это все три пучка, плюс трицепсы там и все остальное. То есть нагрузку можно разделить на целый ряд мышечных групп. Учитывая то, что не мог работать с большими весами на жимы, начал больше делать нагрузку на изоляции. И буквально за 3-4 месяца, даже не используя каких-то грандиозных весов, я увидел, как плечи начали просто на дрожжах расти. То есть дельты – это больше тренировочный объем и проработка? Изоляции, пампы, да. Это такой вот именно объемный тренинг. Им нужно время. Им нужно время, на них нужно работать. У меня не бывает одного упражнения на мышечную группу, это обязательно 2-3 на заднюю, 2-3 на среднюю. Единственный более-менее определенный пучок это передний, так как он и так работает в жимах, да, везде. Но сейчас, в этом году, собираюсь добавить именно на него, потому что задняя у меня уже довольно большая. Вот, еще, можно сказать, моя проблема, скорее всего, получилась в том, что у меня очень точная техника выполнения, очень точечный удар в заднюю дельту. Получилось, что задняя дельта очень гипертрофированная, очень хорошо торчит, а общий массив трапеции совпадает. Вот, поэтому сейчас даже иногда ухожу в нарушение техники, беру более большие веса, чтобы снимать нагрузку больше на трапецию, чтобы добавить немножко больше объема. А то получается просто задняя дельта торчит. И пристают опять по пламени, наверное, схода. Да, мне как-то без разницы, что пристают, я никогда людей в этом плане не обманывал. Сколько уже на протяжении лет 10 я всех этих хейтеров, знаешь, я за это время уже 100 раз и родился, и умер, и накачался, и сдулся, и снова накачался, и денег заработал, и денег потратил, и еще раз заработал. Они все пишут свои комментарии, как бы у них в жизни ничего не поменялось, поэтому до них как бы мне неинтересно. Обсуждают, значит, наверное, интересно. А так, если брать конкретно вопрос на твой ответ, дельты. А ответ на твой вопрос, дельты были самая отстающая зона, причем все это еще было ярко выражено тем, что была очень сильно накачана шея. Да, куча. Вот, и очень мощно раскачаны трапеции. Ну, естественно, это из-за неправильной больше техники. А сейчас, я думаю, может, борьба? Борьба. И борьба, да. Вот, сейчас я трапеции качаю, но я больше не качаю их вверх, сюда, я больше качаю их назад в толщину, да, потому что, ну, сам скелет у меня не широкий, в плечах у меня не такой широкий. Сейчас мне говорят, что широкие плечи это за счет хороших именно объемов мышц. Вот. Ну, сейчас в том числе уже, но когда в хорошей форме, плечи еще мощнее.
Вот, поэтому как бы сейчас я вышел уже на тот уровень, что работаю именно над отстающим зоном. И я замечаю, я всегда говорю, что в нашем спорте остановки развития нет. Если не растут объемы, то идет пропорция, дефиниция, качество, сепарация. Каждая мышца отстающая подгоняется в более доминирующий. Вот у меня сейчас идет вот этот процесс огранки. Вот, и я думаю, что если я верну хотя бы те объемы, которые у меня уже были, при красивой упаковке, которую можно преподать, это будет совсем другое. Вот качество, потому что все равно годы тренинга дают. Знаешь, качество я делал всегда, имею в виду больше пропорций, больше, как говорится, вот это вот именно культуристичность. Что, идем делать культуристичность? Да. Кверху приводим кулак перед противоположной грудью. И вот полностью кверху. Подготовили мы вот так, да. Я жду от вас комментариев внизу о том, что Адам Бакаров теперь часть самой сильной команды по бодибилдингу в России, часть Genetic Lab. Я еще раз повторюсь, по-моему, первый раз Адаму предложил я присоединиться к нам 5 лет назад, наверное. 2015. 6 лет назад. Помнишь, мы еще на СМПРО были? Да. До СМПРО это было буквально за пару дней. Так вот, я горд вам еще раз представить этого спортсмена. Ну, действительно, выдающаяся личность в бодибилдинге нашей страны. Не только из-за спортивных заслуг, а из-за того, насколько он сильно, мне кажется, влияет на людей, на него смотрят, он интересен, он популярен. Его мысли интересны людям, его образ, стиль жизни, стиль мышления. Адам, спасибо тебе огромное. Я сам часто смотрю, большое, и ты реально тот человек, который интересен. И вот то, это то, чего не хватает, ребят. Вот если вы там молодые качки, а может уже не очень молодые, как мы, например. Будьте интересными людьми. Вам нужно развивайтесь всесторонне. Ваша харизма приведет вас к успеху. Не только железяки таскать. Адам, от тебя на пустое, пожалуйста, для пацанов. Что-нибудь. Да прямо. Ты все сказал. Ну, ничего. Что-нибудь давай. Там резкости, четкости. По Краснодарски давай. Ничего не приходит в голову после тебя. Ты хорошо сказал. Комментарии внизу. Палец вверх. Ссылочка на Адама. Первая под этим роликом. Роман Халиуллин. Руслан Торецкий. Ромка там стоит, что-то в окошке. Как раз кушать хочет. Давай снимем Ромку тоже, чтобы не было грустняк. Дебил. Закрывай ее, пожалуйста.